Библиотека нового поколения появилась в столице республики. После реконструкции открылась библиотека имени Валентины Чаплиной. Библиотека, в тебя мы влюбились. Открывайся скорей одним словом. Единая библиотечная система «Чебоксар» объединяет 17 филиалов. Модернизация проходила в рамках пилотного проекта. Теперь это многофункциональное современное пространство с мультимедийным оборудованием для обучения и творчества. Помимо читального зала, здесь есть коворкинг-зона, музыкальный салон, интерозал с гаджетами виртуальной реальности и программами для моделирования. На базе библиотеки начнет работу Центр помощи пожилым. Ветеранам помогут разобраться в современных гаджетах. В торжественном открытии принял участие генеральный директор издательства «Детская литература». Владимир Шаталин показал, как по QR-коду в книге можно найти дополнительную информацию и проверить свои знания, ответив на вопросы викторины. Никому не секрет, век быстро меняющийся, цифровые технологии. Мы должны все-таки думать еще и о душах людей, детей наших, о том, чтобы сохранить, несмотря на то, что много-много проблем приходится преодолевать. Читательский билет вручили главе республики. Первое впечатление – это, конечно, восторг, восхищение, ну и, конечно, желание вернуться. Мне кажется, все здорово получилось. Я желаю, чтобы вот это дело продолжалось, и таких пространств у нас появилось все больше и больше. Екатерина Шеверова, Николай Скворцов, «Республика».